Да, еще будет небольшой тест травматических патронов, как просили в комментарии, с сужением и на пробитие. Будем стрелять с киллтока. Григорий не останавливается. Он закрыт эту тему до конца. Вопрос не раскрыт полностью. Вопрос сисек не раскрыт, поэтому посмотрим, ну, вы поняли, да, этих самых имплантов резиновых. Поэтому Григорий решил все-таки добить этот вопрос и показать его вам. В общем, так, как обещали. Травматический. Да. Может не с первого раза выстрелить из анаколовой капсулы. Если но... выстрелит вообще, ну, пробуем. Да. Так, давай посмотрим результат. Попадание есть? Есть, я вижу. Это на предохранитель. Отсюда. Ну так, ну, мяло. Ну будет больно, если ничем не прикрыто тело. Так, теперь надо сужение. Сейчас, давай, минуту я сужу. А, ты обычным стрелял? Давай, ну, да. В общем, в прошлом видео в комментариях просили сделать сужение. Я ничего лучше не придумал. У меня есть мелкашка. И у нее у ДТК... по мегасителя точно такая же резьба, тут 5,6 будет сужение, посмотрим, пролезет ли шарик. 6 миллиметров там, да. Грубо говоря, ну давай, рисковый парень. Да. Максимум шарик останется. Что там, это же резина, это же не металл. Ну давай, сейчас попробуем. Так, снимаем предохранителя. Не, не накол, ну ладно, это бывает с травматическими патронами. По-моему, не вышел. Сейчас проверим. А перезаряд был, интересно? Не было. Частично вытащил патрон. Но оно вот именно из-за сужения могло и перезарядить. Не, вон гильза выпала. Ага, а ну. Так, смотрим, что у нас здесь. Света я не вижу. А, хотя... Подождите. Не, в стволе пусто. Стволе. Шарик вышел. Вышел. Ну, а в самой этой нету? Не, нету. И здесь прошел, да? Да, ну давайте еще раз попробуем. Ну-ну. Куда же они уходят-то? Звенящую светлую даль. Они уходят. Можно просто попробовать стать ближе к деревяшке. Может, его кто-то уносит. Да не, его могло просто разорвать, увести в сторону. Ну. А вот еще один есть. Так. Не. Ну, на кого происходит у них? Что мы имеем? Вот. Да, уже все. На, заряди сюда. Можно ли дострелять? Вот в чем вопрос, да? Да. Ну, окей. Ну, где-то так. Ну, 20 начали, 20 закончили. То есть он не накололся тоже. Давай еще раз. А куда ты стрелял? Деревяшку, центр. Там вроде как было 4.
Одна твоя первая и три моих потом. Вот какая-то из них из филдека была. Потом два твоих. Вот еще, видишь, слабое что-то. Ага. Ну, в принципе, что с килтека вмятина похожая, без сужения. Угу. Что с сужением... Причем, что у тебя 9 миллиметров в стволе, а здесь 5,8 всего. Ну, как-то так. Ну, можем еще какой-то эксперимент провести с травматическим патроном и девяткой, но... Я пока ничего не могу придумать, может в комментариях что-то будет. Так что да, пишите комментарии, там будем посмотреть. Тебе картинку новогоднюю. Улыбайся, Дед Мороз.